Так, и снова всем здравствуйте. Магазин Оби. Видео томаты. До этого было несколько видео. Там цветочки я снимала, семена. Петунии. Давайте я быстро пробегусь по томатам. Сегодня у нас 22 декабря. И у нас очень много здесь семян, я вижу. Уже либо разложили. Покажу, какие ценники перед Новым годом. И надеюсь, что они сильно не поднимутся в цене после Нового года. Я вам буду показывать только лишь название и цены. Вот так вот пробегусь. А вы смотрите, выбирайте, ставьте на паузу. И приценяйтесь в интернете. В принципе, уже все есть. Можно найти какой-то сорт, если интересует, посмотреть про него. Почитать. А я вам пока вот так вот покажу быстренько. Тут и вон и огурцов сколько много. Людей пока здесь никого нет, я одна. Все придут после Нового года, после праздников, ближе туда уже. Здесь уже выбор будет, наверное, еще больше, и цена, конечно же, выше. Все говорят об этом, что все поднимется в цене. Так. Стараюсь вам показать поближе, чтобы вы смогли прочитать и название, и увидеть вес плода. Чтобы ценник вам захватить. Если мама моя будет смотреть эти видео, что-то все выбирать начнем. Отдельно бумажечки записывать каждый раз. Мы так делаем каждый год. Но я ей в этом году сказала, ты не экспериментируй больше с этими названиями новомодными. Потому что сажать надо самые простые томаты, проверенные временем. Которые мы уже не один год сажали. Которые нас не подводили никогда. И урожай хороший. Ну вот из новых нам очень понравилось, что мы пробуем уже второй год. Это батяня. От батяни мы, наверное, не откажемся. Хороший сорт. А так надо сажать уже проверенные томаты. Я не хочу экспериментировать. Мне кажется, они вообще их переименовывают, скрещивают там немножко, название изменяют. Они все, суть одна и та же. Все похожи друг на дружку. Так, ну я перехожу на другой стенд сейчас. Здесь совсем немножко, сейчас покажу быстренько. Ну вот видите, для салата написано. Так, это вон тут для салата томат. Я надеюсь, вам все видно. Потому что я гляжу, таких видео не очень много, где можно посмотреть и название всего ассортимента, и цены посмотреть. Потому что это тоже нелегкий труд. Вот столько времени провести здесь. Ну вот бычье сердце мы обязательно возьмем. Вот черный принц. Шоколадку мы брали. И вот десерт черничный. Ну, они все похожи по вкусу, как черный принц.
Надо брать такие, чтобы были и ранние, и средние, и поздние, и на закрутку, чтобы на салатик, чтобы их кушать от начала лета и до самого, чтобы сентябрь, и закрутить. Вот черные мы брали, но больше мы не хотим их. Я уж не знаю, какое у нас было название. Здесь вишенка черная. А какие у нас были, я уже не помню. Ничего особенного в них нет. Так. Ого, 145 рублей. По-моему, здесь такой цены я еще не видела. 145 рублей. Томат салатный. Даже интересно, почему такая цена. Реально здесь больше такой цены нет. Самый дорогой здесь, по-моему, 80 рублей я видела. Ну, давайте почитаем отдельно его. Ставьте на паузу и читайте. Угу. Да, конечно, ценник такой прям. За что? Пока купишь все семена, так думаешь, мы летом все томаты за эту цену купим. Так, ну томаты все закончились. Огурцов очень много, смотрите, сколько огурчиков. А, нет, смотрите, томат. Он, оказывается, здесь отдельно где-то висит. Еще дороже. Если тот стоит 129, да? А, 145. 145. Это 149, смотрите. Вот это да. Раннеспелый гибрид. Ничего себе, цена какая. Ну, правда, я здесь больше такой цены не вижу. До два таких сорта особенных. Так, ну давайте вот так вот покажу. Вот, может быть, кто-то разглядится, если я сейчас буду все это снимать. Огурчики, цена какая у них. Вот 109 рублей я вижу завышенный. Тут тоже 109. Ну, 119 вижу еще. 139, 125. Это самые высокие цены на огурчики. Угу. Еще неизвестно, какие они и как они будут всходить. И как они у нас болеют и желтеют. И сколько с ним мучаемся. И вот такая вот цена. Да, это самые дорогие цены были сейчас. 139 здесь на огурцы. Самая дорогая. Это называется огурец директор. Ну, вот такие вот цены пока что. Вот. 38, 37, 35, 39, да, 19 из самых дешевых. Цена 19 рублей. Давайте посмотрим вот этот дорогой. За 139, что за огурец такой золотой. Почитаем дома, потому что мелко, я ничего не вижу. И за 125 вот этот вот. Да. Ну. Видите, сколько семян много.
И капуста есть уже. И моркови много. И перчики есть. Редисочки. Кабачки, баклажаны, тыковки, кукурузка, арбузики и даже земляника есть, дыня, горошки, в общем, все есть и никого нет, смотрите, так что можно уже брать. Интересно, этот томат дорогой, который свежий, хоть семена. Так, до 25-го года. До 25-го. 21-го расфасовка. Ну вот на этом пока все, друзья. Все, что можно, показала. Остальное, наверное, я буду вам показывать уже после Нового года, когда будет новый завоз, новые растения завезут. Уже подготовка будет к дачному сезону. И мы с вами будем уже похаживать сюда, смотреть, что какие цены, насколько что подорожало и что у нас будет в ассортименте. Так что до скорых встреч. Всех с наступающим. Всем счастья. Не унывайте. Новый год все равно все встретим. Всем здоровья главное. И куда мы денемся, да? Прорвемся. Наш народ ничем не победить. Мы крепкие и сильные. Как бы нас не хотели травить, унизить и ценами задавить. Так, всем до свидания и до скорых встреч.